такое. Держись за соседа. Да. Не, держись за батарею, да. Подойди, подойди к отцу обниматься. Забрось ее. Ничего себе, не знайка пришел. Ничего себе. Иди поздоровайся. Итак. Какие есть мысли по поводу того, как мы будем... Максимально близко прыгнуть. Господи, в бастам. Не, ну по сути можно бы на таковую точку. Ну, блин. Никто только предметы не учитывает. А, это у них БТР есть, да? Да, да, да. Предлагаю прыгать. Надо не забывать прыгать, говоришь? Надо найти БТР. Кто хочет прыгнуть прямо на БТР? Задавать его. Слышишь, я хочу. Тут халу или как? Я так как-то приземлился. А в зоне кем-то был, короче, на БТРе. Хала, хала. Все время обычно за красных тут играл, потому что все время за красных. Ну, помню, Аздоник был на батарее, короче, я просто на них прыгаю, Аздоник так кричит. Интересно, надо превозмогать. Аздоник, синий наш цвет, ты понимаешь? Нет, это твой цвет. Голубой. Знаете, пошел? Да, первый. Цвет революции, Аздоник. Это красный цвет революции. Нет, другой революция. У меня твоя буржуазная. Помнишь, Аздоник, наша революция, моя вера стоит. Ну, не знаю, твоя революция, не моя. Все на бок летят. Я уже ходил вчера. Можно снайпером на своей позиции? Спасибо. А как оттуда пойдем? Пешочком. На отстрел. Снайпера на горке залежут, а вы? Вы оттуда, если пойдете вдоль дороги, то учтите, вдоль дороги пройдете, когда на север высота будет 21-26, где вот там пересекает синяя линия. В этом месте, по-моему, бывает город. И там всякие аздоники, ну, благо аздоник сейчас с нами, сидят, снайперят и валят. Вот все, один да. Раз там был, и все, всякие аздоники там сидят. Ну, там не предыдущий раз не аздоник был, в позапрошлый еще тоже не аздоник. Ну, вот предпоследний аздоник был. Ну, почему-то там все время кто-то сидит и валит. Я все время как хожу по этому направлению, меня все время расстреливают. Оттуда. Откуда говоришь? Ну, где там ты поставил? Город. Город. Которого на карте нету? Да-да. Вот это тут, да? Тут. Да-да-да. Да, там где-то, короче, стоят домики, их на карте нету. Вот все время вот так вот идут по синей линии, и все из этой красной точки долбит. Так, а кто эту метку для 1НЦ поставил? Его приходилось на водичку. Ты туда хочешь? Ну, а дальше он все. Может, на метку отстрел он не поставил. А зачем так далеко? Может быть, прыгнем в канаву, который на юге Лализара проходит за камнями? Надо ну, прям БТР быстро. Найти и спалить его. БТР, да, там, вас еще в воздухе расстреляет. Смотри, как его... скрываться. Ну ладно, я понял. Можно пройти, подняться на холм и вдоль... Давай не на один день, трубы это, проползти. Прыгаем, господи, берем там машину, едем на Лализар. На миге надо всех убить. Сдай. Ну давай туда. Да там поле голое. Какое поле? Поле там приблизь, там город, алё. А от города туда видит голое поле. Так ну, мы там пройдем уже как-нибудь, сейчас покажу как. Ну это остров такой. Это вообще полей много. Кукурузных. А зачем высаживаться тогда там? Если можно высадиться прямо на повороте. Можно было в Черноруссии высадиться, да. Да. Наверное, я полечу сюда. Вот там под нами, где мы с отцом. Под нами есть озеро. Может, в озеро будем прыгать? Хорошая идея. Можно не разбиться. Угу. Кстати, а почему никто не ходит по канаве с севера от Лализара? Потому что тут не вылезешь по-нормальному никак. Да вроде за ней никто не смотрит. Сколько вы? А зеленый маршрут восточный кто рисовал? Это я. Молодец. Вот как раз я однажды там шел, зашел прям вообще. Где он? Вот. Так, тогда ладно. Вот правда, я был один. Прайса. Поставь там высотка отстрел. Вот теперь прорисуй туда линию. И никто не метишь. Тихим сапом таким.
Прайс, вот что ты поставил? 1-1С, вон наш отстрел. О, прикольно, 60 FPS идет. На брифинге. Ну, я не про брифинг, я вообще решил попробовать стримануть 60. Nice. У меня сейчас 6 FPS, он приблизил максимально вперед, ну да ладно. Наши КВ отстрел, да? Дань, ты не сломал полоску? Нависи полоску. Кто вок, кто отстрел? Я не понимаю вас. Отстрел 1-1. Чат. Все люди братья. Да. Да, все люди братья. Кто на воге сидит? И сестры браво. Братья. Браво, я. Ладно. Хорошо. Мы готовы? Да. Готовы. Альфа. Питер, ты с кем летишь? Я на Альфа. Он по синим. Прямо Вализар. Я так думаю, сейчас после старта мы увидим, как Спитер полетит прямо в центр Вализара. Лучи от старта. Погоди, не стартуй, я уберу лишнее. Я почти на зеленом плохо лететь, потому что GPS зеленый слабый. Ты убрать это сможешь потом после старта. А, линию, да, ты согласен. Кто-то свет выключил. Иначе всех поломают. Чек, урва. Провер. Когда он выжит? Когда командир скажет? Чё? Когда командир разрешит? Командир кто? Я командир. Так. Вообще прайс. Крючек, нету скрипта, ладно. Кто у нас командир? Спрайс командир, кто на команду? Ой, господи, так, бежать туда стреляет? Мы летим, что я нет. Блин, мы стартуем чуть-чуть не там. Промазал. Так. Опять не туда. Я хз. А вот видишь 20-31, от нее нарисуй левее трех лучей. 20-31? Да. 20? Приблизь. Там 20-31. Во. 1-1С, вот от нее. Метку нарисуй поставь. Полоску. 1-1С стоит. О, хороший джигит. Погодь, погодь, а какой у нас КВС забыл? Самое лучшее на свете. Самый лучший день. Полетели. Как лететь? Пойти. Тут у меня на парашют уже расскажу. Нам по синей лететь? Красная, правая. Красная, правая. Прайс, ты уже раскрылся? Зачем? Его там чуть ли не со 100 метров открывать можно. Главное не забыть открыть. Вы еще летите, что ли? Там уже, по-моему, нашу высадку спалили. Да, Петер на сторону светит, да. Так, я приземлю. На земле.
земле, где встречаемся. Так, метку сейчас сбора. Или прайс, дай ты метку сбора. Там он там где-то 1-1С. Да, он, видите, наша посадка, солью уже долго. Не беги. А да не, у тебя бинокль или вектор? Я... Нет. Чё? Вектор. Так, понятно. А где сбор на Чарльз? Чарльз, да? Тут у этот Прага заправщик есть. Нам вроде ничего заправлять не нужно. Но можно доехать, объехать куда-нибудь. Сейчас метку там примерно, где Поттер стоял. А если у нас есть пластид, если у нас есть пластид, можно прикрепить к ним его, к этой хрени, и влететь внутрь. А, не, не влетим, там заборчик. Вижу БТР прямо рядом с ним почти. Ищем. А метку на него дали? Ну почти. Так. Паша. Я тут. Так, пошли в маршрут. А ты там на горочку себя куда-нибудь дел долго. Средства у нас не есть. Есть, есть. А, отлично. Как раз там выйдем куда-то в Тулбайтера, если он не особо не уедет. Прайс, в прошлый раз я тебя дожиду, для чего или нет? Да. У меня как раз она есть опять, могу также полечить. Отличная идея. Давай от Доника, чтобы он познал все раз в жизни. Если что, у меня много ГПшек, ну относительно много, могу загпшить. На шепот переходите. Много разных пунктов, но вроде движения на них особо. Аздоник, 245 у бункера маленького, что за дело? Сейчас смотрю, не знаю, с моего ракурса не видно. А, смотри, смотри. У нас, по-моему, 4 человека было, а сейчас 3 на меня. Я позади вас тут. Конечно. Бэттер-то пах. Смрад. Взрывов никаких не было.
все. Пока только в РПГ стрелял, не слышал разрыва. Я слышал, как бум, как попадание кто. Если так, тогда отлично. Доник галлюцинирует? Ну блин, звук был пум-ка, да, вот так вот в тех. Доник, а Доник, на 260-270 там на комбик залезь, будет по сибазу. Хатап улетел? Хотел, ждите. Звук идет, а этого нету, я пока комп не перезагружу, у меня, короче, тут ничего не будет, у меня же слышно. Понял. Давай, перезагружу. С ним тогда парня останется сейчас. А, я что, блин, за Доником пошел. Ай, прожи, Паш. Посторожи Хатапа. Посторожал с Доника. Не, а он где? Лучше со мной ПЗ, он у меня РПГ же. Есть чё? Ладно. А так, ты вот ПЗ по охране. Он где-то позади. Бэт? ПЗ, прости, жив. Кто его последний видит? Да-да-да, я тоже хотел. Кнопка зажалась в кого. Паш, твоя. Да. Так, ну, видимо, Хатап будет один. Я его не вижу в упор. Так, ну мне тут особо не... Сейчас перед... Там крыша есть вот это, административного здания, посмотри на это. Она закрыта для меня. Вот этим. Там сместись только с холмик куда-нибудь как-нибудь. Чтоб увидеть её, они очень часто там сидят. И пулемет у них, возможно, там есть тяжелый. А с Доника ты где? А, вижу, все хорошо. Вон там прожектор вертится, это откуда? Не видишь? Прожектор на крыше не вертится. Значит, это пэт. А Доник, ты куда ушел? Поднялся выше? Я от вас слеп. Во всяком случае, прайс я слеп. Так, мне к прайсу вернуться? Да. Я знаю, я вниз спустился, чтобы меня никто не подстрелил. Говорю, возможно было... Там на вижу. Бочках все чисто. Черт. За бочками бежать. У нас где метки бочки? Есть на мою метку. Я сам на мангаре сломал ноги, пока убивал чувака. А у нас медики вообще есть? А, понятно, и у меня взрывчатка пропала. Слышишь, два... Вот эти большие бахвы. Видишь? Да, ближайшие, да? Да. Вот между ними. Одно что. Две больших цистерны? Две большие цистерны. Калаш. Металлический щитовый? А ты там сейчас ворон? На втором этаже есть. Тело бегает, возможно, снайпер. Да. Оно как раз прайс около окон. Я попробую через окон посмотреть. Тут
конечно, лучше не тратить. Да, народ уже первый. Он ранен. Сломался этот. Опа, на нас. Что на нас? Сильно светит. Ну ты там можешь стрелять вообще с бой. А кто задымил? Пока не хочет. Не наш болеть по ангару, он сломался от дыма. Погоди. Аккуратней. Ангар, который на 40, слышите, тот, посмотрите, здесь тут тусовались. Тот, который за бочки убегал, он обратно не воз... 40, посмотри. Сломался здесь ангар. Здесь человека 2, наверное. Взрыв, слушай. Прайс, там в ангаре есть чувак, ты нас слышал, наверное. А сейчас ГПшками туда закидаем. Ушел? Прайс. Да. Открывай здесь прайс и еще какой-то типов. Я сломал щитовую стенку. Прайс. Нормально его завалили. Очередь ваша была. Я вернулся. Бодрым. Там почки. А кто сама шмаляет? Я шмаляю, на почки пришел. Вижу прайс, лежит на дороге. Сейчас вам в этом бомбаре послушаем, что его еще кто-то есть. Слышу б... Едет... Б... Где? Помощь нужна. Не знаю, стоит через этот амбар идти, нет? А что, не живы? Гранаты.
аккуратнее немного. Убил? Нет, это не я. Сейчас кину вот этот. Кину гранату. Ладно. По-моему, что-то еще обновилось, испортилось с роингом. Я, блин, стрелял, он ровно на 200, у меня патроны куда-то вообще не... Добавьте медика, я сломал ноги, пацаны, ангар. Атака соснула, что ли? Нет, последний момент. Всех убили. С концовочки неправильно.